Ребят, всем привет! Сегодня видео о сирене. Вот. Значит, появилась у меня такая ошибка. Я сейчас покажу на экране, как это выглядело. Вот, сразу полез, почитал. Понял, в чем проблема. Вот сирена. Я ее снял. Держится она на таких двух болтах. Ну, там, конечно, по-хитрому пришлось это все снимать. Самый лучший вариант — это вытащить правую фару переднюю. И тогда можно получить легкий доступ к ней. Вот, ну, у меня было именно так. Вот, значит, вот я ее снял, помыл. Вот эту часть распилил. Она на самом деле запаяна очень жестко. Вскрыл обычным строительным ножом. Ну, где-то минут 5 пытался ее вскрывать, потому что пластик тут запаян, конечно, очень жестко. Все, я ее вскрыл. Вот, тут было два варианта, по какой причине она может не работать. То есть вообще в чем заключалась ошибка? У меня машина срабатывала сигнализация, то есть по поворотникам, по сигнальным огням было видно, что сигнализация работает, машина моргала, но звука никакого не было. Соответственно, вопрос в гудке, в этой самой сирене. Значит, здесь варианта два, по какой причине она может не работать. Первая причина — это аккумулятор. Вот, он так вот выглядит, тут даже вот написано. Написано варта 7,2 вольта, 240 мАч. Сделано в Германии, тролливали. Короче, значит, первая причина — сдохла эта батарейка. Ну, или дает напряжение меньше, чем надо. Вот, вторая причина — это сама батарея находится вот в этой черной фигне, в этом кожухе. Вот, и установлена она кверху вот так вот. То есть она как бы вот, вот этой частью она вот так вот кверху расположена, да, видите, тут Volvo написано. Вот, и когда, например, батарея начинает течь, вся эта кислота течет на плату, и, естественно, все это выходит из строя. Ну, в моем случае, по крайней мере, мне повезло, у меня, по крайней мере, просто батарея села, я это замерил вольтамперметром, мы все померили, поэтому постараюсь на днях заменить. Надеюсь, ошибка пропадет. Наблюдайте за видео дальше.